Выборы были скучными, и это хорошо. Так оценили день голосования в Самарской области международные наблюдатели. По словам итальянца Джульетто Кьеза, в Европе идет медленная политическая революция, и Россия самая стабильная из больших стран. Внутренняя ситуация России очень важна для состояния мира вообще. Поэтому считал, что все, что происходит здесь, в этих моментах, очень важно для международной жизни. Россия – это центр атаки Запада, организованно, тщательно и систематично. Тем не менее, все, что я вижу, и все, что я слежу, не только сегодня, вчера, но страна выдерживает, несмотря на сложных внешних условиях, выдерживает солидно. Наблюдатель из Германии Юлий Жуковский высоко оценил медиаресурсы на избирательных участках. Онлайн-трансляция велась непрерывно, без перебоев, и каждый желающий мог найти на сайте интересующее место для голосования. Германия, как одно из важнейших государств Европы, имеет особую мерку, особое внимание на выборы в России. Почему? Потому что, во-первых, ставится вопрос санкций. Во-вторых, ставится вопрос дальнейшего сотрудничества. Штайнмайер сейчас пытается играть в дипломатическую игру с господином Лавровым. После этих выборов, я надеюсь, как бы игра пойдет дальше, но с позитивным исходом для России. В Израиле около 100 тысяч граждан с правом голоса на российских выборах. Все они пришли на 13 избирательных участков. Такая же картина и в других странах, где проживают россияне. Это говорит о том, что внимание к выборам в России очень пристально, и следили за ним не только избиратели, но и потенциальные деловые партнеры страны. Я считаю, что инвесторы тоже наблюдали за выборами, поскольку они хотели знать, вкладывать денежные средства в экономику России или подождать. На сегодняшний день инвесторы убедились, что в стране достаточно стабильная система политическая, никаких сюрпризов тем инвесторам, которые придут на российский рынок, со стороны политической системы не угрожает, поэтому я думаю, что это положительно повлияет и, конечно, на международные экономические отношения Российской Федерации как с зарубежными странами, так и с отдельно взятыми инвесторами. Явку на выборы наблюдатели оценили как высокую, хоть и отметили гораздо меньшую заинтересованность горожан в политической жизни страны, чем жителей сел и деревень. Марианна Мирная, Сергей Баскин. События.